с нами был нападающий команды «Медведи» Евгений Царев. Простите, а можно пару слов? Да, пожалуйста. Я очень рад, что наша команда победила, и поэтому уверен, что никто не обидится, если я свои шайбы посвящу девушке, которую очень люблю. Лиза, это для тебя. Ты мне очень нужна. Все, спасибо. Спасибо вам. Вот это да, уважаемые телезрители, такого не ожидал никто, но вы сами все прекрасно слышали. В хоккей играют настоящие мужчины, но вдохновляет их на подвиги, конечно, женщины. С вами была Екатерина Федюкова. Медведи, еще раз поздравляем с победой!